Привет всем подписчикам Игромании, с вами Рязан, и я играю в демо-версию Sims 4. В данной демочке нам дается возможность создать своего персонажа, посмотреть, что мы вообще можем делать в этой игре. Вот, можно сделать и такую страшную бабу, и гея, и нигершу, и качка, и панка, то есть вообще мы можем создать кого угодно. Вот. Зря, наверное, мне дали редактор персонажа в свои руки. Помните, когда я играл в Saints Row 4, кого там создавал? Тогда еще Кончита Вюрст не была в тренде, а я тогда ее уже создал. То есть, судя по всему, Кончита взяла прототип из моего персонажа из Saints Row 4. Ну ладно, ребятки. Что ж, теперь у нас Sims 4. Исходя из данного выпуска и ваших комментариев, будет понятно, буду ли я записывать Sims 4 полную версию, когда она выйдет. Кстати, Sims 3 я играл и довольно-таки много знаю, что там делать. Вот, ну, знаете, там в основном чисто поржать играл. Вот, и Sims 4, наверное, так же будет. Ну ладно, давайте создаем. Нажимаем мы тут создать новую семью и смотрим, что происходит. Божественный луч озаряет, и первое, что боженька создал, это блондинка. По версии 74, да. Ух ты, у нее такие ноги. В клеточку встали. Можно покрутить. Типа потрогать можно даже. Так, что тут прям. Этим отмену нажмем. Так. Выберите жизненную цель. Вообще я хочу мужика. Слушайте. Можно? Можно мужика? Ну ладно, давайте начнем с бабы, а потом мы перещелкнемся мужика. Итак, привет, меня зовут... my name is... даже не знаю, как ее назвать. Блин, ну у нас дети смотрят, конечно, печально, что дети смотрят. Поэтому... И дамы, конечно, смотрят, поэтому не буду оскорблять. Назовем, пожалуй... Эх, божечки, как же тебя назвать... ну, давайте, не знаю, Аня, а фамилия, какая у нас вообще в России распространенная фамилия? Ну, вот, примерно такая, да. Так, выберите жизненную цель. Дурной нрав, дополнительная черта, негодяйка у нас. Негодяи чаще и успешнее совершают подлые действия, занимают места в маршрутках, воруют жвачки, стоят на панели, так что это... Так, что, еда? Жизненная цель, еда? Ну, я думаю, тогда у нас не будет таких форм, если у нас жизненная цель, еда, ну, понимаете. Популярность, природа, знания, любовь, семья, есть, конечно, самое главное, состояние, спорт и творчество. То есть, мы тут выбираем нашу жизненную цель для нашей дамы. Ну что, а тут, наверное, несколько можно выбрать. Давайте еда. Все бабы любят еду. Лучший бармен. Этот персонаж может знать все, что только можно знать про смешивание напитков и шеф-повар. Кулинарное искусство, конечно же. Так, прокачано, так. Жизненная цель, еда. Так, отлично. Характером. Наверное, все, что я тут повыбираю, не будет похоже на то, что должно быть вообще у людей схожее, там, типа, еда, там, с чем еда комбинируется, с, типа, с желанием жрать, я не знаю. Так. Творец, растяпа, активное, веселое увлечение. Тут у нас много всего. О, точно, обжора. Идеально подходит. Так. Ой, господи, она рыгает. Ну, няшка, конечно, так. А, мы можем несколько черт характера выбрать. Давайте будет практичной, то есть будет экономить, будет бомж-пакеты кушать. И... давайте, чтобы она хотя бы хоть что-то умела. Подождите, она может, типа, расстроиться, да? Задира, одиночка... своя в доску. Что? Эти персонажи могут по-братски обниматься с другими персонажами с черных характера своей в доску. Господи!
Так, против детей. Семьянин злая, добрая. Ну, вообще, вот примерно вот с такими параметрами мы должны вот это вот выбрать. Ну, надо, чтобы она вообще хоть что-то из себя представляла по жизни вообще. Поэтому непостоянная, неряха. Давайте, ладно, вот это выберем. То есть она будет, знаете, такие толстые дамы, которые карьеристки такие вот. То есть, которых 40 годам 40 кошек, и они такие все несчастные. Вот примерно это наша героиня. Так, что у нас тут дальше? Слова мы же можем случайно пощелкать. Ну ладно, мы потом случайно. Так, лицо. Режим детального изменения. Лицо, волосы, головные уборы. Так, мы тут можем создать... И... О, господи, ну у них... Что это такое? Ой, май гад. Вот это лица, конечно. Зеленая, мать его, кожа! Это же... А, все. Ну, блин, просто, понимаете, здесь идет полная импровизация. Я первый раз зашел, и поэтому у нас... мы такие, знаете... То, что увидим, то и делаем. То есть, все по ходу, я так примерно наброски сделал, что хотел бы создать в начале. Ну вот, зеленая кожа меня сразу подтолкнула создать деваху из фильма «Страж Галактики». Она же там в зеленой... Какие у нее волосы были, не помню, черные или... Или такие... По-моему, черные были. Вот, она реально похожа, слушайте, «Страж Галактики». Так, лицо у нее, она... О, господи... Сейчас, я примерно, я смотрел этот фильм. Надо бы как-нибудь сейчас что-нибудь сделать с ней. Сейчас придумаем. Блин, такая музыка в менюшечке. Так, лицо. Лицо примерно сейчас вспомню. Заодно и пробью в телефоне «Стражи Галактики». Надеюсь, найду. А, вот, ее за... Гамора ее звали. Вот, точно, Гамору мы создадим, короче. Давайте, вот, я думаю, прикольная идея. Так, лицо, в первую очередь. Так, ну что, лицо. Вот, все, я нашел, как она выглядит. У нее волосы, короче, фиолетовые, мать вашу, и длинные. И она зеленая. Так, лицо мы примерно сейчас подберем. Так. Ну. Слушайте. Ну, почти похоже. Единственное, у нее у Гаморы нос был больше. И, в принципе, давайте оставим. Так. Особенности кожи. Ну, учитывая, что у нее, мать ее, зеленая кожа, это большая особенность, понимаете? А, во. Так. Морщинок у нее не было. А, вот это вот у нее есть, точно, смотрите. Вот такая вот складочка. То есть я вот, картинка сейчас у меня открыта. И такая складочка у нее есть. То есть вот потом даже... Это у нас веснушки, походу, да? Веснушек у нее вроде как нет. Ну, по крайней мере, я тут не замечаю. У нее здесь какие-то татуировки, что-то типа того. Так. Короче, вот так она примерно похожа, да. Вот это убираем. Лицо и цвет кожи. Это мы... Во, слушайте, прикольно тут сделано. Так, давайте волосы нажимаем. Так, у нее такие, знаете, кудри во все стороны. Ага. Блин, а вот эти... Мне вот, кстати, вот такие волосы нравятся. Это так, дама предпочтение, чтобы знали. Фанатички. Так. Ну. Вот. Вот так, в принципе... Если бы у нее во все стороны можно было бы сделать, вообще можно это как-нибудь? Так, это у нас одежда. Волосы. Ну, у нее такой, знаете, оттенок, блин, тут немножко не хватает. Короче, вот такие сделаем. У нее такой цвет вот средний между вот этим и вот этим. Почему их нельзя смешать? Вот единственный, конечно, минус. Ладно, будет немножко, знаете, такая версия Симса. Так. Так. Вот длинный... А, вот.
Слушайте, тут волос тобой больше. Вот эти. Блин, ну редактор персонажа действительно крутой. Ну имя, конечно, ладно. Так, что мы можем ей тут одеть? Головные уборы всякие. Костюмчики. Так, перейдем в головные уборы. Сначала мы определимся с... На голове у нее вообще ничего нет, это я так показал вам. Ну, пока что не очень много, но я думаю, дополнят. Бейсболочки, шляпы. Так, аксессуары. Посмотрим так просто. Блин, ну так она, конечно, секси выглядит. Так, у нее там, походу, есть что-то. У нее вот здесь вот сережка. Такая висячая. Мы возьмем тогда вот такую вот. Хотя из-за не видно. Волосы еще. Может, есть какие-то такие более распущенные? Блин, реально секси, слушайте. Ну, давайте вот так вот оставим. Господи, какая она обкуренная, слушайте. Ой, божечки. Так. Это мы поставили. И косметика. У нее. И тут такие вот такого. Сейчас. Вот примерно. Да, конечно, дизайнер. Визажист, стилист просто потрясающий, конечно. Так. Так что, дамы, давайте, обращайтесь ко мне. Так, у нее такого цвета. Почему глаза? Я хочу... А, это мы вот здесь вот подводим. То есть можно приблизить, посмотреть. Няшка. Опа! Слушайте, тут есть детальные настройки, когда мы наводим. Великолепно. У нее нос немножко побольше. Примерно... Такой вот. Да, вот нос... Похоже, слушайте, похоже. Господи, какая наркоманка. Так, ну, прикольно. Создавать персонажа, скажу я вам. Это мы щеки меняем. Да и более вытянутые. А почему здесь модели как будто японки какие-то? Разработчики 74 вдохновлялись хентаем. Я так понимаю. Господи, что она такая уродливая? Господи, кого я создаю? Ладно. Движемся дальше. Почему я не могу... А, во, слушайте. Слушайте, подождите, тут... Тут реально здорово, можно создавать, то есть так двигать. Можно и так. Так вот. В принципе, там можно даже настройки не лазить, а самому подкрутить. Гляньте, реально, реально здоровски. Так. Надо секси прям. Да, детка, так. Господи, лучше бы я глаза не трогал, реально. Да простит меня Бог за создание этого героя. Так, волосы я хочу подправить. Вот единственное, что волосы нельзя удлинить и развести. А-а-а, что у нее с головой? Господи, господи, господи. Так, возвращаем в нормальное положение. Вот, лучше не трогать, правда. Так, ну, в принципе... О, е! Можешь создать худышку. Так. Ну ладно, пускай будет так. В принципе. Вот, слушайте, реально вот лицо схоже. Ладно, пойдет. Ну, хотя я бы немножко вытянул подбородок. Как-то вот так вот. Да. Ну что, опа, основные параметры. Нет, я не про эти параметры, я вот про эти. Я про вот эти параметры, конечно же. Так, тело. А, здесь у нас есть сразу вариант фигуры. Татушки, татушечки на лице можно какие-нибудь? У нее единственные татушки на лице, но... Ладно.
Давайте-ка тогда мы немножко сопровизируем. Какой-нибудь татушечки и набьем. Так. Офигенно смотрится, слушайте. Пойдет, пойдет. Так. Так, и одежда. Конечно же, тут, наверное, не будет такой кожанки. Облегающий, так, верхняя часть. Кожаночка нужна. А, слушайте. Вот это подходит. Так, что у нас тут? Ну, вариантов много, реально, то есть. Мне нравится создание героя. А мы вот это вот возьмем, потому что оно реально похоже. И... Так, а можно как-то сделать это все черным? Нет, только такой вариант есть. Ну, оставим такой, пожалуй. Так, пиджаки, майки, свитер, футболки. Но это не то. Опа. Скальтеры. Жилеты. Ага. Полный рост, это у нас такие юбочки. И прочее. А вот штанишки. Штанишечки. Так, тоже здоровское создание. Блин, ну вот баба реально классно смотрится в игре. Нам нужны черные брюки. Здесь таких я не вижу. Опа. Оба-на, трусишки. Так. Мне кажется, все равно будет, да, с полным релизом побольше всякого. Но сейчас что-то не хватает, не хватает. А вот... В принципе, подходит. Черный нам нужен. Во! Господи, я создал пришельца. 74. Так, вот тут на руке бы есть что-нибудь. Типа, конечно, точь-точь создать у нас не получится. Естественно. Ну, что-то схожее. Может быть, у нас и получится. Леггинсы. Носки. Так, обувь. Единственное, тут обувь не показана. Какая у нее? А, во, обычные ботинки, походу. Да, такие высокие ботинки. Что-то типа такого подойдет. А может вот это? Ой, какая классная, слушайте. Черный, если. Во! Круто! Круто! Тенечка! Танкетки, аксессуары, каблучки, макияж, все тип-топ. Мокасины даже есть. Ну что, примерно такая вот. У нас героиня будет. Ну что, ребятки. Гамора из Стражи Галактики. Ребята, смотрите. Пар-пам-пам. Так, ну и... Все, в принципе. Тут у нас есть стики. Эй! Верни. Это я так, видите, рандомно. Рандомную одежду нам подбирает. Это для тех, кому влом создавать. Так, характер у нас... А, вот еще характер. И здесь, кстати, мужик и женщина. Молодой, житель 74, это все закрыто. Веселый, милый. Ванжини Микоса. Эмбуя Аскина. Это милый? Я не знал, что когда девушки говорят таким голосом, это мило. Суби Уэб. Шлоу Ваджила. Господи. Виная Скуно. Давайте посередине оставим. Походка по умолчанию, дерзкая походка. Oh. Это дерзко. Да. Hmm. Высоко. Женственная походка, конечно. Так. Глупая походка. Не знал, что люди так ходят. Ну, я думаю, что наша Гамора женственная. Гамора, русский вариант. Да, гениально. Отлично, отлично. Пойдет. Ну что?
Давайте нового персонажа создадим еще одного. Это что у нас? Создать ребенка, добавить персонажа. И это у нас будет мужик. Тут тоже есть вариант создать типа Стражи Галактики вместе с енотом, со Звездным Лордом. Вот. Ну давайте попробуем. Если. Ну, сейчас у меня есть другой еще вариант тоже. Пока скрытый. Вот. Если это не зайдет в этом выпуске, тогда. Ну, если вы захотите, чтобы я еще что-нибудь посоздавал, то, пожалуйста, я еще запишу. Как бы проблем тут никаких нет. Так. Сейчас я вспомню, как он там выглядел вообще. Так, вот он. Нашли, как он выглядит. Итак, с чего бы нам начать? Нет, сначала я посмотрю, как вообще что с ним можно сделать, в первую очередь. По телу. Ну, тут понятно, качок, жиробас. Все дела. Образы. Джинсовая куртка с капюшоном. Шарф и брюки. Ковбой из пригорода. Член загородного клуба. Поезд страну эмоций. Эмо какой-то. Ну, Эмма, конечно, тоже нравится всяким девушкам, но не очень. Да они вообще тут все такие стиляги прям. Ох. Так. Ну, давайте, ладно, создадим Звездного Лорда. Енота, наверное, у нас не получится сделать, хотя... Мало ли что можно придумать в этой, мать его, игре. Ну, сейчас мы... Одежда у него должна быть такая, знаете... Сейчас я вот посмотрю и скажу вам, получится вообще создать его или нет. Наверное, нет, потому что не хватит, нет такой одежды просто-напросто. Такие костюмы всякие, а у него такой плащ. Плащ или куртка кожаная. Костюм верхняя одежда. Рубашки, толстовки, пиджаки... А где куртки у них? Вот они, курточки. Ну. Нет, нету. Не настолько расширенное создание. Да, реально не получится, к сожалению. Ну, ладно. Тогда что же нам делать с вами, ребятки? Давайте займемся его лицом в первую очередь. Так, у нас тут предлагают. У них всех такие ухмылки странные. У меня тут передо мной стоит фигурка Эцио Аудиторе. И, блин, может Эцио создать? Основа, база. Ну, вот такую базу мы возьмем. Господи. Китайский Эдсу. Так. Так, что у него с глазами вообще можно сделать? Смотрим создание мужского персонажа. Так. Тоже глаза тут. Такой гемор с ними. Так, брови. Бровишки. Единственное, что все это реально удобно. И с созданием лица, допустим, проблем нет. Вот одежды, ребятки, из Максис. Насколько я помню, студия Максис. Добавьте побольше шмоток. Реально шмоток. И реально лучше всяких игр, хотя, может, у них лицензия там запретит авторские права.
ну что-то похожее. Это будет реально круто. То есть такая возможность, это было бы, конечно, большой плюс игре, к игре. Так. В принципе, такое лицо красиво получается. Если бы не было более таких китайских. Прям видно, что как-то китаец похож был бы на Эссо, реально. Такой, знаете, в старости немножко. Как-то там. Ну-ка, если бородку ему сменить, слушайте. Есть такая. Во, как в старости у Эссо была. Похож, ребятки? Блин. А если его немножко старым сделать? Где там это? Так. Головные уборы. Ну, опять же, головные уборы какие-то боги. Нет, спасибо, лучше это снять. Есть, да, есть схожести. То, что я тут настроил. Лучше не подводить. Мы не настолько геи. Так. Издалека посмотрим, как он выглядит. Ну тут черты такие. Вот это больше всего, мне кажется, похоже. Вот реально, смотрите, если его нарядить в костюм ассасинов. А может тут что-нибудь типа современная манера сделать? Давайте попробуем. Конечно, мы тут древнюю одежду не найдем. Так, курточки. Надо такой, знаете, спортивный стиль. В белых цветах. Майки. Это когда ассасин идет на свидание. Вот. Что? Здесь написано нуб. Во! Отлично. Так, и давайте-ка штанишки. Тоже нужны такие, знаете, типа спортивные. Шорты, джинсы, обрезанные и белье. В принципе, джинсы можно взять. О! Вот эти вот идеально подходят под стиль. Только вот вопрос, белый или черный, как вы думаете? Полностью белый. Так, нам надо сделать его более качком. Ну, не настолько, господи, куда это? Чересчур. Вот примерно вот так. Но все равно, блин, вот тут вот как будто трич какой-то, если честно. Вот так. Так, ну слушайте, реально похож. Эссо в будущем. Так, нам нужны кроссовки, конечно же. Такие пойдут, ребят? Отлично. Он просто идеально будет бегать по крыше. Так, ну а если серьезно, то в принципе такие бы могли подойти. Но мне прикольнули тапочки, я их оставлю. Да, идеально. Так, что можно с футболкой сделать? Можно ей цвет поменять? К сожалению, нельзя. Было бы классно, если бы она была черная. Было бы реально здорово. Ну ладно. Так. Лицо реально схоже, то есть вы можете потом сравнить, если хотите. Да, похож. Похож. Прическа. Единственная у меня фигурка и прическа закрыта. Какая там у Эссо была вообще такая? По-моему, вот это вот больше всего подходит. Или такая. Да, господи, вот это страшило.
Я модный Эдсо. О! Это наш этот панкарь загрузочного экрана. Так, волосы. У него, знаете, такие не полностью черные, а... Вот. Вот примерно такие. Да, слушайте, здорово смотрится, здорово. Так, ну и... Это типа он возьмет фамилию жены? Вы шутите, что ли? Нет, давайте. Эдсо Аудиторович. Вот. Мы не знакомы. Мы не знакомы с ней. Потом познакомимся во время игры. Так. Дурной нрав. Слушайте, он реально ставится дурным нравом. Давайте. Ну, а спорт что у нас дает? В принципе, спорт можно было бы выбрать для ассасинов. Давайте дурной нрав. Мы станем известным криминальным авторитетом. Так. Что тут у нас еще интересненького? Творец. Ой, я не то нажал, подождите, мисклик. Дурной нрав, вот сюда мы нажимаем. Так, и... Так. Искусствовед, Эдсо любил искусство, помните, когда он с этим... С... Как его звали, господи, забыл. С... Блин, короче, с этим чуваком, который там картины создавал, ему все прибамбасы. Вот. Он когда на ним прикалывался постоянно. Вот. Бывает, вылетают такие маленькие детали из головы. Хотя Assassin's Creed проходил второй два раза. Полностью причем. То есть все задания выполнял. Так. Свою доску может выбрать. Так, тут, конечно... Задира! Он, в принципе, у него, да, есть такие черты задиры. Романтик. Давайте романтика выберем, слушайте. лучше бы ты это не делал, чувак. Так, выбираем дальше. Самоуверенный, в принципе, подойдет. И активный. О, отлично. Будем паркурить в тапочках. Так, рандомно мы тут выбирать ничего не будем. Сохранить семью. Открыть галерею. Ну что, сохраняем семью. Классное название семьи. Давайте назовем... Гамора и... Господи, просто вот... Эдсо на современный лад. И Гамора из Стражей Галактики. Как же... Назвать эту семью. Ой, даже не представляю. Давайте назовем ее. Ну, не знаю, банальные названия такие. Как-то не хочется придумывать. Ну и ничего путевого тоже в голову что-то пока не лезет. На них смотрю, слушайте, они идеально друг другу подходят. Качество. Аня Вагина. Вагина, правильно, Вагина. И Эдсо Аудиторович. Слушайте, а мы ребенка им не создали. Подождите, давайте попробуем. Посмотрим. Создать ребенка. Мы можем... создать ему брата семью? Маленького не можем? То есть... Это мы создаем... Это... Случайный выбор для брата. Ну-ка. То есть можно брат только сделать, да, походу? Жалко, что нельзя создать маленького ребенка пока что. Ладно, тогда оставляем. Посмотрели редактор и создание персонажа. Довольно-таки прикольно.
и осталось все это дело сохранить, чтобы оно не пропало. Вот. Давайте назовем, я не знаю. Игромансы будут. Вот. Игроманс. Описания пока не будем. И сохраняем в библиотеке. Я думаю, что это можно будет перенести. Вот, Эдсо мне реально понравился. Слушайте, классно выглядит. Здоровский. Реально похож. Знаете, выходил такой, типа, мультик. Вот, не рисованный, а такой более 3D-шный. Где там Эдсо в старости был. И просто... И не только в старости, но еще и когда молодого показывали. Вот он, вот там он выглядел вот один в один, вот с таким же лицом. Похож. И Гамора, кстати, тоже похожа. Ну, блин, лицо немножко, конечно. Ну ладно, это, в принципе, уже мелочи. Не будем на них внимания обращать. Что ж, редактор персонажа довольно-таки крутой. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Рязан. Вот. Если вы захотите, я еще что-нибудь здесь понасоздаю. Интересного, прикольного, я не знаю. Вот. Теперь я знаю, что здесь вообще хотя бы есть. Какие вещички, что можно из этого сделать. Вот. И, возможно, что-то поинтереснее появится. Ну ладно, давайте. Всем пока, удачи. Подписывайтесь на канал. Репостите лайки. И в друзьяшки добавляйтесь. vk.com/rezanx. Давайте. Всем пока, удачи.